Здравствуйте. Отношения московских властей с чеченскими политиками в последнюю неделю стали чисто эмоциональными. Стороны по очереди обижаются друг на друга. Причем, если в Чечне около 80 родовых союзов тейпов, которые объединены в 4 основные группировки, то в Москве выявились 2 основных тейпа. Это тейп Филатова-Шумейка и тейп Шахрая-Черномырдина. 4 чеченских и 2 московских племени ссорятся друг с другом, борются друг против друга и временами объединяются против прежних союзников. Об их позициях чуть позже, вначале о самой Чечне. Это рынок в Грозном. Товары со всего мира, которыми здесь торгуют, не облагаются налогами, не проходят придирчивых экспертиз. Чечня фактически превратилась в идеал экономических реформ, так и не удавшейся всей России. Либерализация и перестройка зашли здесь так глубоко, что Чечню можно считать единственной в бывшем СССР абсолютно свободной экономической зоной. Здесь можно отмывать любые суммы в рублях и валюте. Здесь можно торговать оружием. Здесь за один месяц сделано примерно 150 полетов за рубеж самолетов с торговцами-челноками. Москва знает об этом потому, что когда чеченские деловые люди обрушиваются на ближневосточные страны без надлежащих согласований, те присылают жалобы в Москву, а не в Грозный. При этом чеченцы обладают замечательным талантом заинтересовать всех, кто с ними сотрудничает. Они нанимают самолеты в некоторых российских областях и в Азербайджане и находят сочувствие и понимание. Их пропускают за рубеж российские средства ПВО, что может свидетельствовать или о растерянности, или заинтересованности военных. Кроме того, чеченцы обладают точнейшей и провереннейшей информацией о том, какие поезда и с какими грузами должны пройти через их территорию. Персонал поездов, которые пересекают 28 чеченских километров железной дороги, заранее готовится к тому, что этот отрезок пути регулярно посещают деловитые мужчины с автоматами. Они готовят транспорт именно под те товары, которые везут в вагонах. К тому же, поскольку железная дорога кормит множество группировок, то каждая предыдущая по-честному оставляет что-нибудь на долю следующей. И если ваш поезд не ограбили в месте действия первой группировки, вы можете догадаться, что вас подарили тем, кто ждет за поворотом. Охранники никогда не пускают в ход оружие. Это или легко объяснимый страх, или участие в бизнесе. Здесь рассказывают о рекорде мая месяца, когда в один день были ограблены сразу 320 вагонов. И еще один признак радикализации реформ. В Чечне, в отличие от России, вовсе не выплачиваются пенсии вот уже более полугода. По некоторым данным, пункты раздачи пенсий будут, возможно, организованы вне чеченской территории, потому что Россия не очень верит в распределение денег властями Грозного. Несмотря на это, президент Дудаев констатирует успех чеченского экономического пути. В 91 году мы получили наследие, упадок производства до 48%. Сейчас рост производства 89% по сравнению с 85 годом. Создали механизм производительной базы и расширения, и производства новых видов продукции, имеющих спрос на мировом рынке. В отличие от Дудаева, Сергей Шахрай в Москве считает, что чеченским экономическим группам еще только предстоит заставить своего президента стабилизировать общество, возможно, даже ценой немыслимых ранее переговоров с оппозицией, просто потому, что они начинают рисковать своими деньгами. Происходит экономическая самоизоляция Чечни. Непрекращающиеся грабежи на железных дорогах заставляют правительство строить обходную вокруг Чечни дорогу 70 километров длиной, и грузы пойдут уже не заходя на территорию Чеченской Республики. Этого требуют поставщики и потребители, иначе груз не доезжает. Разрыв топливных артерий и, ну скажем так, практическая неработоспособность перерабатывающего комплекса в Грозном нефтяного заставляет правительство России строить нефтеперерабатывающий завод в Дагестане. И 3 миллиона тонн нефти не пойдут на переработку в Чечне, будут перерабатываться в Дагестане и, естественно, служить потребностям республики и соседей. Я спросил сегодня вице-премьера Шахрая, не выгодно ли другим кавказским лидерам иметь рядом с собой Дудаева. Ведь на фоне его
требований. Их требования кажутся Москве просто семечками. Шахрай считает, что региональным лидерам сегодня уже дороже стабильность. Если это так, то можно сделать вывод о том, что на Кавказе, как и в других регионах России, передел собственности и власти уже близится к завершению, и скоро удачливые новые собственники удавят неподконтрольную им преступность. Что же до проблемы преступлений против личности, то президент Дудаев считает, что она уже решена и без особого участия государства. Соседи знают, любая пуля, выпущенная твоего оппонента, вернется вокруг земного шара и попадет обязательно тебе в лоб. Это сдерживающий фактор был, есть и остается. От вендетты кавказской к московской в Москве существует по меньшей мере две точки зрения на проблему Чечни. Сергей Филатов олицетворял до последнего времени точку зрения того, что необходимо примирение и прямые переговоры между президентами Ельциным и Дудаевым. Правда, прежде чем уехать сегодня в Сыктывкар, он обиделся на Дудаева за то, что тот наговорил резкостей в адрес Москвы, возможно, правда, только в назидание своему кавказскому протеже. И с идеей, с симпатией к идее прямых переговоров Ельцина и Дудаева относился и Владимир Шумейко. Надо ли говорить, что в таких переговорах заинтересован и сам Дудаев. Возможно, он повторит патриарху Алексию на этих днях в Кисловодске фразы, сказанные нам. Любые переговоры, проведенные на любом уровне ниже президентов, не имеют никакого смысла и перспективы. Такая необходимость назрела прежде всего для России. Необходимость, не просто желание, там, возможность, а крайняя необходимость к этой встрече и разрешению вопроса. Однако сегодня акции Дудаева в Москве резко упали. Напрасно ради него убирали из министров Сергея Шахрая. Напрасно готовили вместо Шахрая на роль руководителя делегации по переговорам с Чечней нового министра Егорова. Это все было в пользу Дудаева, но он растерял преимущество тем, что своим экстремизмом испугал даже Сергея Филатова. Теперь Шахрай снова на коне и вспоминает о том, что в послании президента Федеральному собранию есть несколько строк о том, что следует иметь переговоры также и с чеченской оппозицией. Зритель даже может подумать, что эти строки писали вы, и теперь вы будете очень долго показывать всем послание президента, потому что вам удалось протянуть туда свои строки, а теперь они скажут, что политика изменилась, а Шахрай в ближайшие много лет будет говорить о послании президента, по крайней мере, до следующего года. Понятно, дело не в Шахрае. У послания есть автор, президент Российской Федерации. Я был бы рад и счастлив, если бы больше моих предложений, ну, легло в основу этого документа. Еще раз говорю, дело не в Шахрае. Дело в том, что, может быть, впервые за длительный период времени у федеральных властей есть политическая позиция, общая. Если допустить, что позиция Шахрая снова совпала с позицией президента, то для полного успеха ему еще не достает поставить под контроль чеченскую оппозицию, которая не исключает военного пути прихода к власти в республике, о чем говорят последние документы съезда оппозиции. Всего вам доброго. Рассматривали ли вы когда-либо военный путь решения проблемы? Чечня маленькая, и Сталин уже однажды доказал, что ее можно легко рассредоточить. Нет военного решения этой проблемы.